Всем привет! Я, когда был в магазине, показывал вам такие вот штуки, бисквиты Джумбо, и как они открываются. То есть вот так они должны выглядеть уже после приготовления. И они идут в такой вот жестяной банке. И ее нужно вот так вот раскрыть. Но чтобы ее раскрыть, нужно снять вот здесь защитную вот эту ленту. Вот так вот снимаем эту ленту и потом открываем. Вот что у нас получается. А потом их на противень. Здесь надо поддеть. Вот так вот мы его обрываем. Оп, и она открылась. Все. Вот такие штуки, теперь их на противень. Готовится эта штуковина 13-17 минут. Ну, посмотрим. Мы уже такое делали. Я не снимал первый раз. Я сейчас вам покажу, как получаются такие, не знаю, как их назвать, плюшки. За 99 центов здесь в этой штуке 8 штук их. Вот такие вот. Как их называют? Булочки? Бисквиты там написано было. А что такое бисквит? Они не сладкие. Они просто... Вот такие. И классическая яичница. Вот что с этими булочками можно сделать. Это сыр, сверху авокадо. Или вот так. Или вот так вот. Там яичничка и тоже сыр с авокадием. Это завтрак такой. Крутой завтрак, крепкий.